Всемирный боксерский совет WBC – профессиональная боксерская организация. Основана в 1963 году 11 национальными организациями бокса – Аргентины, Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Мексики, Панамы, Перу, США, Филиппин, Франции, Чили. Возглавлялась Хосе Сулейманом. Чемпионами мира по ее версии были Майк Тайсон, Мохаммед Али, Насим Хамед, Ларри Холмс, Ленокс Льюис, Рой Джонс-младший, Геннадий Головкин, Флойд Мейвезер-младший, Рэй Леонард, Джордж Форман, Джо Фрейзер, Роберто Дюран, Хулио Сесар Чавес, Константин Дю, Оскар де ла Хойя, Олег Маскаев, Юрий Арбачаков, Виталий Кличко, Григорий Дрозд, Бермейн Стиверн. В настоящее время чемпионом WBC в категории тяжеловесов является американский боксер Деонтей Уайлдер. В 1990 году в состав Всемирного боксерского совета вошло Восточноевропейское боксерское бюро, которое в 1993 году преобразовано в бюро СНГ и славянских стран. В октябре 2013 года WBC объявило о проведении крупного турнира в четырех весовых категориях, победители которых станут обязательными претендентами на титул чемпиона мира. 23 января 2014 года стало известно, что временно, сроком на 90 дней, исполняющим обязанности президента WBC будет Маурисио Сулейман, сын покойного Хосе Сулеймана. На данный момент Маурисио Сулейман официально является президентом Всемирного боксерского совета.